наступающим праздником. Сегодня у нас, как всегда, бонус-клуб в эфире. Сегодня, как всегда, у нас пришел Миша, потому что он будет рассказывать про новую игру, которую мы смотрели в прошлой программе, Resident Evil. Ну, Миша, ты хоть про себя чуть-чуть расскажи. Я учусь в Институте искусств башкирском. Так вот. Художником стараюсь быть. У нас Миша, оказывается, художник, свободный художник. И вот сегодня он будет вам до конца, мы дойдем, наверное, до конца этой игры Resident Evil. Сегодня у нас следующая часть этой игры. Итак, посмотрим, что же у нас дальше произойдет в этой игре.